24 июня 2023 год. Вот я нахожусь на саманном домике. Мы сегодня поставили новые ворота, он у нас с Божьей помощью. С Игнатием Тихоновичем делали. Сегодня вот после обеда уже пропало ему опять грядки. Это Игнатий Тихонович уже второй раз проходит эту грядку лука. Растет. В основном, конечно, это венок. Самый такой распространенный у нас сорняк. Венок, осот. И другие сорняки еще есть. Тут у меня лучок это все. Я там морковку сую, тоже освобождает сорняков. Ну как у вас работа идет? Да, как сказать? Ну смотри. Ну и чё? Ну вот грядка, вон оттуда я начал, посмотри сколько. Да, неплохо. Ну и остается метра два. Ноги, конечно, надо распрямлять. Я один раз распрямился. И ж надо большой нож брать, под корень подрезать. А я что, отрываю место, а с корнем-то не идет. Большой нож надо, как я видел, у матушки делает. Оно будет глубже. А я так, бегу. Ну, там аж место я хватаю. Вот так вот. Приму. Ну, вы уже второй раз уже пропал в эти. Ну, лук-то подался. Подался, да. Вот это венок, мы называли ее березка. Ну, до того она много ее везде. А я тут переваливаюсь, вот так вот сейчас покажу, как. Здесь я беру, задергиваю. А она же раз, два, три, четыре, пять. Ну я почти везде доставал. Вот так вот кромочку сюда подставлю. И дальше начинаю ту сторону брать. Вот оно где. У меня тут нормально идет. Если обратно идти, то какое где. Вот оно где. А та идет вон где. О. Ну вот сам реши как. Будете меня сегодня ужином кормить или нет? Будем. В работнике тонял, нанялся-то. Я смотрю, как эти раскулаченные, что все, молюсь сейчас здесь. Как что с ними делали. Сказать нельзя. Кто-то пишет сегодня мне, говорит, страны такой не было, чтобы так... Ненавидели правители, свой народ уничтожали его миллионами. Раскулачивали кого? Которые работали. У них было что-то, бывает работника, бывает работника никакого не было. 12 миллионов погубили. Миллионов! Голова закружится. Вот Гитлер вел войну по разным фронтам. Где-то 6 что ли миллионов, 5 погибло. Ну прямо где-то. Русских, которые 28 миллионов. Ну, в 5 раз больше это. Я не за войну, а за то, что ну, почему-то он Рокоссовский жалел. Константин Константинович. Ну, как пишут везде. А другой там вот, маршал Победы называют. А он говорит, бабы новых нарожают, солдат не жалеть. Это вот везде такое есть. Если Господь
конечно, с нами. Он по делам нашим посылает правителей. Как-то один праведник молился. Там был у них правитель. Мартирий, кажется, был. Хороший такой правитель-то. Ну, а этот пришел из Смутьян, захватил Фока, полковник. Ну и казнил царицу, мартирия, царя, детей его, а там ослепил, убил. И такой режим установил. Это Греция, еще там, тамошние. Сейчас я маленько перешагну, вот так вот травы подвожу и коленочки. Раз. Вот этот пятый. Господи, за что ты дал такого людоеда? Народу сколько погибло. И вдруг Бог заговорил с ним и говорит: я долго искал, кого над вами поставить, но хуже не нашел. И впредь не искушай Бога, не спрашивай это. Заслужили. В первые же дни войны, это сегодня, 4,5 миллиона пленных пошло. А кто? А вот я выставил сейчас, как раскулаченные там были. Что, как они комсомольцы себя вели. Вот они первые пошли туда. Из них, наверное, 9/10 погибло. Погибло. Не кормили, ничего. Вот, наконец, меч Божий остановился на головах. У Бога все выберено. То, что я буду такой вот трястись здесь. Вот. Смотри. Давай-ка, братов, поблагодарим мы Бога. Сильно хорошо было. Да. В городе делать нечего, сидеть кваситься. А тут я сейчас на велосипеде пошел. У меня детский лагерь был, я начальник, я вот был директор. И там девочка одна писала: баба! Одна пишет: забери меня отсюда, тут все плохое, кормят плохо, солнце плохое. А другая пишет: все хорошо, баба, а начальник здесь, он дедушка, и на велике гоняет. Приезжай, пока он ездит, посмотришь. А готовят как. У них воспитательница есть, Наташа звать ее. И она там шоколадно разные делает все. А восход заходит, когда заход, тут облака такие, такая красота. Выйдет и смотрит, ну где моя баба Агафья? Одинаковое время по-разному напишут. Вот я смотрю, какая красота, какой ветер. Нам бы только жить да радоваться. Это невозможно высказать, сколько людей на земле, у которых земли пяди нету, воды нету. А тут посмотри, какие озера у нас, пруды. Ну тут вода во время потопа шла, вот она шла, вот она оттуда идет. И вот здесь она расширилась, а лог перегородили, называется пруд. Ну, за пруды сделали. Воду качают, пожалуйста, поливай. Ничего нету у людей. А у нас все есть, все. И на столе, я вот сейчас смотрю, ну, за мной присматривает сестра там Елена, она меню составляет такое. И вот тут разное такое, укроп там что, лепешки без соли, вы все это делаете. Я уже смотрю, признаки того, что у меня намного лучше стал организм работать. А другой сидит, он, ничего нету, куда ты пойдешь? И все, ничего нету. А мы Бога благодарим, славим. Слава тебе, Христе Боже наш, за этот прекрасный день. Милость твоя бесконечная, терпение твое великое. Будь милостив к нам, Господи, это место да будет плодоносно. Мы пошли дожди на урожай брата Игоря и сохранить то, что там у Андрея, его еще скотина. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну что, собираться будем? Ну вы собирайтесь, я еще поработаю. А сколько? Ты знаешь, сколько времени? Ну еще рано. Рано еще? Конечно. Да ну. Ну да, рано. 4:46. Да а что тебе там, помочь? Нет, сам допалю. Я морковку полю. А морковку я не смогу, потому что я ее не отличаю. Я ее просто вырву, там голое место будет. Благодарю, брат. Все, с Богом. Спаси, Христос вас. Отсидел ноги. Thank you.